5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Многие из вас в комментариях писали, помоги задонатить в игру, так как сейчас происходит некий конфликт, и Google как бы отключился от России, Google Play также отключились, не хотят типа давать возможность донатить. Многие писали из вас, как можно это сделать, как можно это обойти, обхитрить и все в этом духе. Меня эта проблема как бы не коснулась, потому что я живу в Европе, поэтому у меня всегда вот они цены. Ну, типа, в любой момент могу купить все, что мне понадобится. Поэтому я этого делать не умею. Я попросил своего соклана, который этим занимается, записать ролик, который я сейчас буду выкладывать вам. Я не знаю, поймете вы или нет, потому что разрешение немного меняется, когда переходишь с телефона на комп. Я вроде пробовал его увеличить, но получается хрень, все размазывается. В итоге мне этот человек, Николай, скинул подробную инструкцию и 4 видоса, как он это делает. Вкратце говоря, тут вкратце не получится никак, тут ёпарасоте, тут 16 пунктов. Ну, я вам сейчас их зачитаю, эти пункты, и включу видос, который он мне послал. Надеюсь, вы поймете, что к чему, потому что я подсказать как бы не могу, потому что этим никогда не занимался. Но если вы уже пробовали и знаете, что к чему, по крайней мере, вам будет это проще сделать. В общем, пункт номер один. Устанавливаем AppGallery с официального сайта, который ищем в поисковике. Так как эта программа является с внешнего источника, необходимо телефону дать разрешение на ее установку. Пункт номер два. Заходим в AppGallery, и он предлагает установить программу HMS Core. Устанавливаем. Регистрируемся в AppGallery, привязываем платежные средства. В настоящее время у нас возможно только донатить с мобильного телефона. У Николая Билайн, и все работает. Я так полагаю, что не со всеми операторами это работает, но... По крайней мере, с Билайном это вроде как прокатывает. Четвертый пункт. Игра должна быть закрыта. Не свернута, а закрыта полностью. Необходимо сохранить системный файл игры, который установлен через Google. Для этого необходим стандартный проводник. Он установлен у всех. Заходим в проводник, в верхней панели нажимаем на рисунок папки, далее Android, дата, в центре экрана появляется, жмем «Показать в файлах». Далее Android Data, листаем в самый низ, находим папку zombie.survival.craft.z, переименовываем ее, удаляем игру обычным способом с телефона. Заходим в AppGallery и устанавливаем наш любимый LAS с площадки AppGallery. После установки игры заходим в нее до появления нового персонажа. Закрываем игру. Игра должна быть закрыта, не свернута, а закрыта полностью. Заходим в проводник, в верхней панели нажимаем на рисунок папки. Далее Android, дата. В центре экрана появляется, жмем «Показать в файлах». Далее Android, дата. Листаем в самый низ, находим папку zombie.survival.craft.huawei. Копируем полное название папки и переименовываем ее, чтобы не было конфликта с названием. Далее меняем название нашей переименованной папки zombie.survival.craft.z1 на название zombie.survival.craft.huawei. Это жесть. Десятый пункт. Далее необходимо разрешить всплывающие окна. Заходим в настройки телефона, приложения, все приложения, ищем HMS Core, другие приложения, ставим галочку на всплывающие окна. Уведомления разрешат всплывающим уведомлением. Че? Не понял. Так, ладно. Но это все по видосу. Я надеюсь, вы поймете. Я вам сейчас просто прочитываю инструкцию, которую он мне написал. Я также инструкцию эту оставлю в описании под роликом, чтобы вам было проще. 11 пункт. Заходим в игру. Ваш перс должен быть на карте. Ни в коем случае не жмите на кнопку «Восстановить». Осуществляем платеж. Если пишет нули, то поделайте действие персонажа. Перезапустите игру. Но ни в коем случае не жмите «Восстановить». Осуществляем платеж, закрываем, удаляем игру с AppGallery, устанавливаем ее на Android обычным способом и восстанавливаем процесс как при откате. Проверяем наличного донатного лута, играем. В общем, эти 16 пунктов это жесть, я половину из них сам не понял, что надо делать. Ну, то есть это надо вникать. Но
Так, видите, сейчас на заднем фоне видосы, которые мне скинул Николай. Я надеюсь, вам это будет понятно. Если что непонятно, пишите в комментариях. Я спрошу также у Николая и отвечу вам. Ну, по крайней мере, попробую. Сорян, что так поздно записываю, но на неделе у меня было реально очень мало времени, чтобы этим всем заняться. Но, по крайней мере, сегодня пятница. Если вы разберетесь, у вас еще есть сегодня, завтра и послезавтра, чтобы можно было задонатить и купить вещи по скидкам. Они длятся до понедельника, ну, до воскресенья. То есть 2 дня, 10 часов осталось. То есть сегодня, завтра, послезавтра вот эти скидки будут действовать на монеты, на провиант и вся вот эта билиберда. Надеюсь, Николай, как-то вам помог с этим донатом. Если что, пишите в комментариях. Посмотрим, чем смогу вам помочь.